Всем привет, с вами Лара Светлова. Мы путешествуем в Хельсинки, в Таллин, на пароме ехали 2,5 часа, все было хорошо. На пароме очень много людей, паром стоил около 30 евро. Вот. Затем мы прибыли в Таллин, в Таллине. Взяли такси за 15 евро, шел дождь. И у нас было 4 часа между паромом и автобусом. Мы вкусно пообедали в кафе и вскоре садимся в автобус и будем ехать на Нарву через Ивангород. Будем надеяться, что будет не так много народу, и мы сможем хорошо преодолеть границу. Старые аккордеоны представлены. Вышли погулять, прогуляться немножко по Таллину. В центр уже мы не поедем, у нас 3 чемодана на двоих. Вот. Так что вот такой Таллин. Современный Таллин. В центре много ремонтных работ идет. Счастливого вам лета! Счастливого вам лета, хорошего июля. А если у вас психологические проблемы, обращайтесь ко мне. Он еще на той стороне, на балконе стоит елка до сих пор. Спрашивается, а зачем ее разбирать, скоро Новый год. Очень странно, конечно, первый раз в июле вижу елку. Ну что ж, каждый сходит с ума по-своему. Увидимся. Расскажу дальнейшие наши приключения. Welcome to my consultation.